Я пробую себя в качестве ведущей. Первая мысль, которая тебя сопровождает на протяжении всего матча или перед матчем? Мысль. Мысль? Да. Что? Мы команда. Какая? Мы команда. Ничего себе. Это, кстати, прикольно. Долго до конца? Нет, до конца. В общем, мы болельщики из первого состава. У меня, конечно, нет сейчас с собой 500 рублей, но, может быть, скажешь. Мое интервью уже полторы стоит. Так дорого. Мы не успеваем следить за ценами. Черная через вашу ногу. Вот такая мяч. К вас входит. Как двойное касание за линией. Ну, знаешь, вот эта линия для того, чтобы это волнение, страх оставить здесь, вот здесь. Когда зайдешь, там. Все, свисток есть, поэтому. Волнуйтесь? Я тоже. Оставь забор. Подожди, у нас сегодня в моде бог. Вперед, троллейбус! Вперед, троллейбус! Кто забил, кто забил? Я не видел этого. Тебе мало или мало? Или много? Вон, у тебя вон внизу. Что он сказал? Фобия по неосторожности. Фобия. Хотите, вам надо повод радости? Давай. Играет второй состав. И мы ведем. Как вам ощущение? Я думаю, надо. Гордость, да? Гордость. Нет, гола не выйдет. Надо переименовать в первый. Вика, скажи, что ты сейчас испытала? Какое было чувство? Страх. Да. Страх, что он залетит. Все. Переманила болельщиков на свою сторону, вынудила их прийти. Вот вообще, это ваше место. Пожалуйста, занимайте как-нибудь. Удар створ игрока сейчас. Створ игрока. Бедный игрок. Да простит он меня. Нет! Забили! Но я думаю, что это ненадолго. Только первый тайм счета 1-1. И скажу, что все еще впереди. Ребят, извините. Кажется, я вас немножко это расшатала, но я. 20 лет. Я могу. Можно я выйду следующий? Нет, еще будет. Я забываю, все время на 16 минуте. Слушай. 16, подожди. Вот как. А номер у тебя 17-й. 16-й минут, 2-й прошла. Начинается второй тайм, а счет по-прежнему ничейный. Он никому не принадлежит. Давай, Полина! Давай! Почти девятка! Одна, горишь, да? Никто не понял, что произошло. Никто не понял. И сейчас опять что-то произойдет. И произойдет что-то очень... До конца! До конца что-то не дойдет. Центр, да. Центр, знаменитая фраза. От болельщиков. Галя, давай, Галя! Идите в прессинг, идите. Постараюсь не наигрывать эмоции. Ладно. Вот это! Только что Алена заработала мяч. И почти забила! Будем радоваться этому моменту как голу, потому что это был почти гол. Хотя бы два минимум. И может быть еще один, но чтобы просто повести. Давай, Марин! Даже если чуть-чуть не сравняемся, то можно потом еще добавить один гол, чтобы точно выиграть. Даже если не выиграем, ничего страшного. Уже не центр. Центр уже не актуально. Мы все ждем. Ничего не ждем. Все, никакого гола. Марин, мы ничего не ждем. Забудь. Молодец, Марин. Я не слышу слова центр, Жень. Тут лот идет фраз. С Гали раз. Аня. Аня! Найдите Аню. Гол! Это гол! Двойной отворот. Юля! Двойной отворот. Я у него лично возьму интервью потом. Спасибо, что были с нами. Мы этого не забудем. Ни у кого нет таких болельщиков, как у нас. У меня есть бананы еще. А еще и бананы.
Столько новых слов, много узнали сегодня. Спасибо вам большое. А что значит двойной рикошет? Да, потому что сама била, ваш черный бил, и еще попала в своего. Ну там да, это двойной. Да, но я так у шутку. У вас очень интересные фразы. Да я шутку, вообще. Я, нет, шутку. Нет, я шутку. Спасибо за интересное. И тут мы разыгрываем, подходим почти к этому. И гол еще один, счет 5-5.